Юного ревнивца, который приковал свою бывшую девушку к батарее наручниками, осудили в Новосибирске. Подростка признали виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетней. В апреле этого года парень, не смирившись с разрывом, обманом заманил любимую в свою комнату в общежитии в Дзержинском районе города. Пылкий юноша избил гостью, пристегнул к радиатору отопления, забрал ее мобильный и ушел. По стечению обстоятельств, в тот день у девушки было два смартфона. Пленница смогла дозвониться до матери, та подняла на ноги местную полицию. Вину подсудимый так и не признала, наказали его 2 годами условно.